И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Ark Eternal. И, опять не та кнопка, вот эта кнопка. Вот, и, собственно, продолжаем. Я немножечко отдохнул, как видите, тонну всякого говна полно устанавливал. Не знаю, как, кстати, вот эта бочка до сих пор работает. 185 топлива готова закинул, так она и не работает. Я не знаю, как она работает. А вот это место тухнет на ура. Это здорово. А также вот поставил тут холодильник. Так, кстати, вот нефтяшку можно туда скинуть. О, нифига себе. Тут Дина поздыхали, пока я фокашил. Я не все скинул. Вот, установил гриль, верстак, как видите, поменял. Тут какая-то фигня непонятная. Чё? Подожди, это турель. Use compound. Короче, что-то непонятное. Эти все предметы сделаны из этого мода. Здесь верстак, обычный добрый верстак, в котором можно сделать абсолютно все, что ты можешь сделать здесь. И не только. Вот это говно, как я понял, собирает пасту. Это означает, мы обязательно я налутаю много, точнее, притомлю очень много улиток. Вот эта вот хрень собирает яйца. Я все яйца закинул сюда, так как они портятся. Ну, 5723 дня реальных, я думаю, есть смысл, даже с половиной. Есть смысл здесь их хранить. Это так же, как, допустим, ягодки, я храню все здесь. Ну... Да, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, как бы есть смысл это все дело хранить. Здесь, собственно, делается мясо. Ну, как я понял, надо сначала его включить. Здесь какого-то черта появляется кибл-тиризинозавр. Не спрашивайте, какого фига. У меня тут уже второй. Вот, и знаете, в чем весь самый главный прикол? Так, берем, короче, подобрать. Установить. И что-то пошло не так. Ну, ведь работало же. Ну, ладно. В общем, короче, так вот, собственно, и появляется. Вот, а здесь автоматически собирает говно. То есть здесь ничего не надо делать. Автоматически собирает говно, автоматически собирает, берет солому и делает себя потихоньку удобрением. Да, медленно, конечно, не спорю, но автоматически собирает. Это здорово. Кстати, реально очень медленно. Я поставил его фиг знает когда, а создался только один. Ну и, собственно, для чего весь этот мазохизм, как говорится, из этих предметов, а самого важного до сих пор нет, потому что я хотел сделать его сами, вместе с вами. Кстати, да, здесь еще есть какой-то гриндер, и холодос я поставил, да, все нормально. Так, а вот инкубатор я еще не установил, это есть говно. Топ. Обычный, а у меня какой, не знаю. Вот, турет какая-то, это фертилайз сила. Тут я вообще не знаю, что она делает. Слышь? Вот куда все это говно делось. То есть, вот это вот говно собирает говно, а это говно собирает удобрение из того говна, и, в общем, слишком много говна в одной фразе. Круто! А потом он автоматически раскидывает по грядкам. Здорово, здорово, здорово. Офигенно, автоматизация, клевая штука. Так, с этой я сделал. А вот кормушку я, собственно, еще не сделал. Давайте сделаем кормушечку. И, собственно, сам генератор. Так, вот это говно сюда закинем. Как-то слишком много говна. Я слишком много говна увидел в этом мире. Да. Ну, в смысле, вот в этом мире. В мире игры. Так, о, какая кормушечка классная. Так, вылазим отсюда. Ставим кормушечку здесь. Вау! Какой крутяк! Модель by Мисри... Я не знаю, леша. Короче, да. Вы поняли. Короче, его модель. Знаю.
И генератор. Как мы уже смели заметить, генератор работает немножечко по другой схеме. То есть он работает от радиуса. Так, вот это вот давай, короче, подоберем. И вот это подберем. А вот генератор как раз таки поставим сюда в уголочек. Yep. Крутяк. И от чего ты у нас работаешь? Газ онлайн. Отлично, вот он у меня даже в руках. Закидываю. И... все заработало. Кайф. Только что-то я смотрю, есть радиус какой-то небольшой, да? Допустим, это все еще обесточено. И радиус реально какой-то небольшой. Но, как мы видели, радиус у него бывает и больше. Что означает? Ну-ка. Так, погоди, я забыл, что это автоматическая какушка. Я бич. What the fuck? Погоди, ты ж аж выгрузился у меня. Эй, алло, а радиус-то ты мне покажи. Ты столько моргал, только что моргал радиусом. Но суть в том, что это... давай включить, конечно. О-о-о, завелась тарантасина. О, благо она не гудит. Постоянно. Так, это включаем. Пускай горит себе. И хорошенечко... господи, я не то говно поднял. Подобрать. Вот это мне надо было поднять. Господи, я забыл, откуда я что вытаскивал. Так, ну-ка, да, вот он, яйцо. Терез назад. Подожди. Включаем. Также яйцо терезинозавра, да? Ну да, вот какого-то фига у меня терезина уже 3 кибла есть. Так, посмотрите в инвентарь. О, кстати, здесь теперь смотрите, что у нас есть. Там вроде так в описании написано. Допустим, 1.5 часа. Yep. 6 дней. Здорово. Ух ты, господи, хорош так пугать, нифига себе, я думаю, что за фигня летает. Yep. И отличненько. Так, тут у меня осталось только селитра. Да, я так знал. Тут осталось только селитра, а это означает, что все будет долго и счастливо жить. И не сдохнет, это у меня, это здорово. Так, дальше что у нас еще заработало? Вот эта бочка, я реально не знаю, как она работает. Может, надо как-то ее на улице поставить. Включить, конечно, да. Так, что у нас еще есть от электричества? Да вроде бы все. Вот ты еще, короче, тут у меня. И, короче, круто, я здесь могу жарить теперь. Шофер раньше. Я думаю, это говно, наверное, изготавливают патроны и раскидывают его по турелям. Мне что-то подсказывает, что это именно оно есть. Вот, но в любом случае, у нас на базе стоит сраный генератор, который ни капли не запитан никакими проводами, питает абсолютно все, при этом стоит точно так же, как обычный генератор. О, посмотрите, радиус есть. Эй. Что вы генератор? Это, наверное, он это. Он, наверное, показывает. Показывает! Беги, клопец, беги, ты успеешь! Где он там, дракон летает? What the fuck? Да нифига себе, у меня тут... Да у меня вся база за этого, ну. Да, и даже перебор, я бы так сказал. Крутяк. Ой, да ладно. Он, короче... даже то, что на земле у меня стоит. Круто. Короче, все. Огонь. И это, конечно, здорово. То, что не нужно никаких ни проводов, ничего. Стоит он точно так же. И я очень рассчитываю, что он будет, так сказать, питать и этим... хамуха. Так, постройки. Но опять-таки же мы уже видели, что он питал турели огромные. Хотя, может, они работают на обычный генератор. Я, кстати, не в душе. Ну, посмотрим. Пока что что-то когда где. В любом случае, мне нужно топливо.
И знаете, как лучше делать? Делаем так, делаем 100. Оп! И зажигаем пламечко. Так, теперь что мне нужно? Мне нужно сделать... Господи, я забыл, как это говно называется. Charge node. Node. Он требует... Ой, 35 электроники, а у меня электроники RAMS. Не, электроника RAMS! У меня 23 электроники всего. Кстати, теперь я могу и эту хрень включить, но я как понял, у меня сейчас с жемчугом проблемки четко. Так, это скидываем сюда. Да, вот я смотрю, жемчуг, вот он жемчуг, черный жемчуг тоже у меня RAMS. Почему? А потому что я сделал уже элементальную руду. Элементную. А чей весь элементальный ее вызывает? Элементная. Элементная руда. Да. Так, мне нужно тут все говно установить обратно на место. Ну, хоть куда-нибудь, чтобы она стояла уже. И все будет огневище. Так, и, конечно, что мне теперь нужно? Залутать этот жемчуг. И много жемчуга. Для этого, конечно же, я возьму летунчика. На летунчика. И я не помню, где... А, он там дальше. Или там дальше, там дальше. Кстати, надо это выключить, пока с радиуса. Мне он ни к чему теперь уже. Где-то здесь. Леп. Ныряем. Да, вот он, собственно, он и есть. Так, ты, короче, от меня далеко не отходи. А, черт, берегнут, теперь в воде-то не достанешь. А его раньше вообще можно было доставать, я не помню. Ну ладно, в любом случае я могу спокойно летать, лутать и не заморачиваться. А птерчик, собственно, вот там надо мной летает над водой, и ему тоже, собственно, на все пофигу. Вот, а когда уже мне нужно будет, я просто вынырну, и все будет просто замечательно. Лутаемся жемчугом. Ну, крутяк. Eternal Water. И дикий. Ах, притомить, не притомить. Ну ладно, потом лучше притомлю. Сейчас у меня более важная миссия. Собрать как можно больше ресурсов. Да. Ну я, кстати, уже наутался вполне неплохо. Ну как? Плохо, короче. Оу, убил базилозавра. Забыл, что с них нефть лутается, сраного тьма. Чё-то я как-то реально забыл. Я киркой лутал. Натуре. Воу! Два индоминус рекса просто так бегают. И рексов тонна. Вот реально тут поселиться было бы безумием. Офигенно. Но я все еще лутаюсь. В общем, поубивав базилозавров и... Ой, не там. И добыв немалое количество нефти. Где она? What the fuck? Погоди, я, наверное, вокруг, мимо базы пролетал, и у меня нефть вся исчезла. Потому что из инвентаря ничего не тронулось, а нефть исчезла. Короче, я дофига нефти залутал, поверьте мне, там 1005 было. Ну, не в этом суть. Суть в том, что я подумал, окей, если вот так много с базилки дропается, откуда может дропаться жемчуг? Ведь стрелобиты уже. А давай-ка попробуем его завалить. И вот, собственно, для этого я прибежал, предпочитай, к синему обелиску. Такое себе. Честно, я рассчитывал чутка побольше. Ну, хотя бы не так, как я с этой долбанной кучки залутаюсь. А их еще и больших делов потом найти, трупешники. Давай! Отлично! Вообще ничего. Да уж. Вот он нашел трупешник долбанный. Йоп. Вау. Да. Твою мать. Да уж. В общем, дерьмовая идея с... Забыл. Трилобитами, во.
Дебовая идея с трилобитами, так что да. Ну, будем по старинке жемчуг лутать ручками. Если не найду способ какой другой поинтереснее. Ведь способы же должны быть. Я не говорю про выдачу ресурсов и так далее, но в смысле там всякие жуки, шрайны и так далее. Я не про это говорю, а про именно добычу ресурсов. Ну ладно, посмотрим, поищем. Я думаю, пока что мне этого будет вполне достаточно. О, 700. Нифига себе, я так налутал. Да, мне этого пока что точно будет достаточно, так что есть смысл возвращаться на базу и продолжать все это непотребство. А заодно поискать где-то чертова нефть, которой у меня было много, а сейчас... Так-с, в общем, вернулся я обратно на базу. Узнал я, куда нефть ушла, она автоматически сюда прилетела. То есть это говно автоматически собирает всю нефть из Дина и так далее. Удобно. Вот, с одной стороны, а с другой стороны, немножко неожиданно было. Ну и это просто дерьмо. Меня эта игра все сильнее и сильнее бесит. Я вспомнил, за чего я постоянно хочу забить на арк. И реально, она... Прям игра мне так и говорит: чувак, все, забей, забей. Вот просто возьми и удали это говно. Вот. Удали меня, и все. Вот игра мне так и говорит. Сейчас, прилетая болото, когда я поставил паузу, прилетая болото, у меня два раза игра крашилась. Просто тупо крашилась на болоте. Я просто тупо мимо пролетел. Ладно, просто, чувак, короче, давай, вот ты вылетел. Фу, вылетает конченая ебаная ошибка на весь экран, и все. Захожу в игру, все нормально, не сдох. Ну вот, потому что последняя атака была, точнее, последнее мое действие, это была атака на краба. Потом лечу дальше, у меня опять просто... И я опять вылетаю, просто вылетаю. И это нормально, опять то же самое, конченная ошибка на весь экран с крашем, и все хорошо. Восстановление... переустановка и так далее, ничего не помогает, потому что это залупа ебаная, а не игра. Более культурно не скажешь об этом говне. Вот. И когда второй раз зашел, еще чуть-чуть бы немножко подождал. Вообще, в целом, мне повезло, что у меня вкачано здоровье так дофига. Вот, и Дина стоял не на пассивке, а на нейтралке. Собственно, поэтому я выжил. И сохранил лут. Конченое дерьмо. Да уж. Вот, ну и собственно поэтому я все еще до сих пор снимаю. Проверил тот кусок, который у меня повредился, так сказать. И нормально все. Ну, так сказать, вроде как все цело, здорово и играть вроде как можно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но, как я уже сказал, тут вот краша, я вспомнил, из-за чего я ненавижу эту игру. В сингле хорошо, в сингле крашнулся и пофигу. Последний сейв тебя спасет. Он тебе просто покажет, так сказать, загрузит с того места, с которого ты сдох, и все отлично. Здесь же такая фигня не канает. Если ты сдох, то ты сдох. Ненавижу. Вот реально, я просто ненавижу это говно с названием Арк. И вообще в целом онлайн игры, которые как кусок непонятной неожиданности крашатся. Просто-напросто берут и крашатся. И это в порядке вещей. Ну да ладно. Так, что у нас тут? Электроника. Слушай, я не помню, я создал вообще электронику. Ну давай, окей. Создадим электроники побольше сразу. Я потому что не помню, здесь вообще есть электроники, нет? Есть, 23 всего больше, ём. Отлично. Что мне нужно было создать? Charge Node. Точно, я вспомнил. Я вспомнил, что я собирался создавать. Я просто сейчас реально, я больше получаса... У меня программа какого-то хера удалилась, с которой я все работал. Он просто нет на компе и все.
просто фух, нет, я ее скачивал и так далее. Я проверял, работает ли у меня программа, то есть это видео, обгрызок этот, работает, нет. Если бы обгрызок этот не работал, то меня бы сейчас бомбануло еще сильнее. Так, цементная паста мне нужна. Так что, да, я потратил около полчаса на все это дерьмо, и мне это нифига не радует, знаете. Я хочу, знаешь, сел и играешь, а не так, что тебя может просто сказать, эй, чувак, щелк пальцем, и ты, короче, не играешь. Вообще, зачем ты нужен здесь? Ты не играешь, и все. И вылетает игра. Но, и мне это не нужно. Я не люблю так играть. Если надо играть, то я играю по-нормальному. И, как я уже сказал, я вспомнил, за чего я эту игру ненавижу. Люто ненавижу. Так. Что, мне ждать сейчас, пока цементная паста замоздрячится? Собственно, все, что осталось, это мне ждать, пока эта цементная паста замоздрячится. Где мне эти... Вот они семена, что они там делают? Вот, и уже, собственно, это все как-то можно выкинуть, дерьмище, дерьмище, говнище, вот, и уже сделаем чарснот, посмотрим, что с ним может, что с ним можно делать. Так, все ресурсы есть. Так что осталось только состряпать. Кстати, народ, сейчас вот можете не писать, если у меня будет дебильное настроение от игры в арк, и вообще будут выпуски говно, можете даже не пытаться писать о том, что ой, чё-то не так, все в таком духе, забанен нахрен. Так что лучше не испытывайте судьбу. Так, поставим где-нибудь ее здесь. Потому что меня эта конченная игра все сильнее и сильнее расстраивает, так что... Лучше не испытывайте судьбу реально. Так, давай здесь поставим, короче, почему бы нет. Так, у тебя получается... Так, нужны мне аккумуляторы. Ой, бляха, муха. Так, 20 руды надо. Вау! Сжиженного газа тьма, 20 руды. А, ну, кстати, у меня там уже это, черный жемчуг есть. Да, боюсь, я элементы дофига буду... дофига как долго буду создавать элемент. Блин. И, кстати, надо поставить его рядом. И как бы от того, что он там стоит, разницы никакой нету. Да поднимайся ты! О, господи, как мне эта игра все сильнее и сильнее бесит, а? Вот какого фига я в него стреляю, он не поднимался. Любой кусок какашки поднимается, этот не поднимается. Я реально, я вспомнил, из-за чего меня эта игра всегда бесила. Точнее, в последнее время уже начала прям конкретно бесить. И это реально показатель того, что, возможно, это будет последним сезоном. Если так и будет продолжаться, а уж извините, на болото мне нужно ходить, то тут как бы вариантов мало. Такс, что мне на тебя нужно? На тебя мне нужно... Так, у меня сколько? 14. Допустим... 126, там, не знаю. 64 максимум. А, у меня, наверное, опять рам с черным жемчугом. Ну да. Черного жемчуга нужно лутать просто дофигища как много. Также сейчас состряпать надо зеленые кристаллы, синие кристаллы, красные кристаллы, в общем, больше кристаллов, много кристаллов. Ну еще и за кристаллами надо будет снова сгонять. Да. Обожаю эту игру. Так, закинув 10 аккумуляторов, они здесь очень-таки быстро разряжаются. И я установил вторую такую хрень. Не знаю зачем, пускай стоит. 10 аккумуляторов. Как видите, заряжаются они вполне быстро. То есть примерно 3 заряда в секунду. Общее 500,
То есть где-то минуты две общие они будут заряжаться. И вполне себе неплохо. Так, дальше. Что нам нужно из ресурсов? Кристаллы, жиженый газ и руда. Ничего больше. То есть это все, так сказать, как у Ханина, вот эта вот вся, создается легко и просто. Ну как легко, ну как просто, ну создается. Так, делаем тик-тик-тик. И вот так, короче. Я не помню, что еще надо. Ну, помимо жиженного газа, который я сейчас вот просто вот так вот возьму и вот так вот возьму. Сжиженный газ. Ага, все газ-коллекторы. И, собственно, вот он весь у меня здесь. Так. Заряды практически заполнились. Да. Все-таки, если это то, что я думаю, и без вот этого полного заряда он не будет работать, то значит я правильно сделал, что вторую установил. Просто я так подумал, если заряды заканчиваются, то есть здесь весь заряд закончится, здесь он весь заряд высосет, то работать-то не будет. Ну давай проверим. Нет, даже без него делается все огонь. Отлично. Просто я могу с двумя их пустить на более сильный поток создания элемента. Но один штука я получаю, понимаете? Один элемент. И сейчас он потухнет на 5 минут, да? Даже на 10. На 10, да. Еп! Бум! Вырвался. Да. 4 минуты, то есть 5 минут, и потом будет заполняться. Три элемента! Крутяк! Здорово! Но здесь я могу закинуть все остальное. Подождать, пока заполнятся все они, и создать второй. При всем при этом... Козел. Ты прикинь, а я его даже подобрать не могу. Вот, наверное, из-за чего супостатский пистолет-то на тебя не работал. Интересно. То есть обмануть не получится. Обмануть не получится систему немножечко. Перекидыванием туда-сюда. Предмет. Ну ладно, давай вторую уже создадим элемент. И это круто. Работает на элементе. Элемент создается. И чтобы создать телепорт. Да не фу, а е. Мне нужно всего лишь 85 элементов. Казалось бы, ну что-то 85 элементов. Создаются по 3. Это ж фигня. Но 85 умножаем на 2. Так как 2 плашки телепорта, это 170 элементов уже. Каждый элемент, то есть, именно 3 элемента, то есть 170 делим на 3, получаем 56,6. То есть 57 попыток нам нужно... Вот таких вот амбазахийских сделать. Я понимаю, что легче все это сделать, убив босса. Я не спорю. Вот в этом плане спорить даже с вами не буду. Вы правы. Но 57 попыток умножаем на 20 элементов. Это нужно 1140 элемента. Жиженый газ фигня, он получается из воздуха. Аккумуляторы фигня, они не ломаются. Кристаллы это делаются из кристаллов. Все фигня. 1140 элементальной руды. И, собственно, пойдем глянем, сколько нужно элементальной руды. Точнее, что нужно на элементальную руду. На единичку элементальной руды. Вроде на единичку. Так, ну-ка, погоди-ка. Вот это собираем. Да,
На единичку элементальной руды самое, пожалуй, сложное это черный жемчуг, которого нужно 5. И вот 1140 умножаем на 5, получаем 5700 черного жемчуга. И с другой стороны, это немного. На более поздних этапах это все легко и просто делается. Но, как я уже, собственно, сказал, вся будет загвоздка во времени. Давайте дальше. Вся большая загвоздка будет во времени, так как все это говно нужно создавать, и на все это говно будет уходить время. И вот на один элемент уходит немало, я вам так скажу, времени. На создание одного элемента. Я бы так сказал, даже очень немало времени уходит. Сейчас уже скоро вот эта хрень включится, и мы посмотрим, можем ли через 5 минут использовать, или же через 10. Ну, как бы, сути дела, не меняет. Парочку штук ставишь их рядом, и, как видите, проблем нету. То есть, ничего злошного нету. Вся проблема именно в создании всех этих предметов. Создание элементальной руды, создание, короче, всего. Именно в этом вся проблема. И... Шлепс! 5 минут? А, погоди, Reactivating Station. Да, теперь ему нужно полностью зарядиться, и да, это еще время. Ну, я думаю, примерно так же 5 минут. Да, и вот тут как раз таки проблемка. Ну, в целом, как я уже сказал, ничего сложного нет. Закидываем сюда, допустим, 9 аккумуляторов. Вот, закидываем кучу ресурсов. И, собственно, сюда также закидываем 9 аккумуляторов и кучу ресурсов. И так в каждый. И просто после того, как они активировались, зарядились, подходишь, нажал, создал, и все. То есть это можно пустить на поток и, ну, так сказать, мимо пробежал, там, чик, создал, там, и обратно убежал. Можно так делать, но опять-таки же, как я уже сказал, это, на это уйдет очень много времени. На создание одного элемента уходит, ну, допустим, даже если в 5 минут, вот, допустим, даже 5 минут, учетом, допустим, у меня будет стоять 4 машины, граф, все дела, 5 минут. Их 170, о, точнее 76 попыток, да, 170 элементов, это 76 попыток. Умножаем даже на 5 минут, 285 минут. И это, посчитай, 5 часов. Просто 5 часов времени, чтобы состряпать 170 элементов и сделать телепорты. Это с учетом того, что вот этот генератор, будет питать эти самые телепорты. Да. Но сейчас моя самая главная задача, это, конечно же, состряпать хотя бы один. Один я состряпаю довольно-таки легко, сравнительно с чуть-чуть так дёрго. Кстати, да, аккумулятор можно заряжать, типа там бегая и так далее, но смысла нету, потому что, ну, со светлячком заряжать. Смысла нету, так как... заряжается слишком быстро. Очень слишком быстро заряжается, и как бы смысла в этом нету какие-то лишние действия делать. Может, начать задумался и это, и что-то завис, что-то косам. В общем, эта идиотская серия наконец-то закончилась, меня сейчас, может быть, перестанет бомбить. Я продолжу создавать весь элемент, но это очень долго создается. Это просто надо будет, кстати, сейчас засечь, сколько времени пройдет. Да ты прикалываешься. What the fuck? Да это не 5 минут, это, мать его, минут 20 он перезаряжается. Твою мать. Просто посмотрите, здесь уже практически 5 минут прошло, а здесь за эти практически 5 минут только 500. Ёб твою ж налево!
слушай, а тебя вообще поднять? И поднять тебе нельзя. Да тебе легче разломать, говна ты кусок. Я щатал, вертел, крутил. Ну ладно. С этим уже ничего не поделаешь. Все-таки, наверное, надо босса убивать. Черт, блин. Ладно, с этим вопросом будем решать уже потом. Моя безумная идея создания элементов на этом уже точно закончилась. И я надеюсь, что я не зря это делал. Ну, хотя бы я не зря это делал из-за того, что у меня уже есть элементы, и они мне точно пригодятся в будущем. Ну, а на этом я уже буду с вами, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем опс, где помахать. А, благодарность, вот она. Вот, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.